Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Как вам меню? Надеюсь, вам вкусно, надеюсь, вам сытно, надеюсь, вы не голодаете, надеюсь, что вы получаете удовольствие от пищи. Ну вот не знаю, зачем мы пришли в этот мир, но явно, чтобы не голодать и не ограничивать себя. При этом нужно строить свое тело из того строительного материала, из которого оно может себя построить. Поэтому я думаю, что вам пришелся по вкусу этот рацион. Особенно мужчинам нравится такой рацион, ну это просто вот действительно очень вкусно. Специально пересмотрела результаты, у меня есть студентка Ирина. И она взяла вот это готовое меню, еще ничего особо не зная. Конечно, моя методика состоит в донесении информации вот в головной мозг. Так, чтобы вот когда вы точно понимаете, что автомобиль Mercedes нельзя заправлять, например, Кока-Колой, потому что дорогая штука, сломается. Вот. И себя тоже, это мы очень дорогая штука на самом деле, нельзя заправлять чем-то вот неподходящим, вот тогда, вы знаете, это знание остается с вами, и вы не делаете пищевых ошибок. Так вот, Ирина еще ничего не знала, она просто имела на руках вот эту менюшку, и за 6 дней пересмотрела я, она сделала минус 6 сантиметров в талии, минус 5 сантиметров объем живота, это самая выступающая точка, она еще мерила плечики, с одной стороны минус 2, с другой стороны минус 1 сантиметр, и в бедрах минус 6. Но это очень прилично. За 6 дней это очень прилично. Ушла ли она в весе? Пока нет. Но я жду изменений. Видите ли, наша жировая ткань, она очень легкая, но объемная. И наш стиль питания простроен таким образом, что мы запускаем великое таяние жиров. А мышечная масса, кстати, я сегодня хочу о ней поговорить, она очень тяжелая. И мы в своем стиле питания всячески ее поддерживаем. Есть девушки, которые не хотят, боятся худеть, потому что тут обвиснет, там обвиснет. Ну, в общем, боятся потерять товарный вид. Если вы это делаете с наращиванием белковые компоненты своего тела, вы можете не переживать по этому поводу. Я со своей стороны делаю все возможное и невозможное, чтобы объяснить вам, чтобы вас мотивировать наращивать белковые компоненты тела. Это костная масса. С низкой костной массой, это называется остеопороз. А вы знаете, плохая походка, на каблуках не походишь, тут болит, тут давит и так далее. Мышечная масса. С низкой мышечной массой, ну, можно носить платья или там костюмы маленьких размеров, но не сидит. Ну и, конечно, коллагеновая составляющая нашего тела. Ну, коллаген есть везде, девушек, конечно, интересует дерма, кожа. Так вот, это тоже очень важно. Коллаген, эластин – это белок. Гликозаминогликаны – это тоже белковые вещи. Соответственно, нам нужно так питаться, чтобы всего хватало для построения белковой компоненты нашего тела. Поэтому, кто еще не забрал меню? Заберите. Сегодня еще по вот этой льготной стоимости $11, потом цена поменяется. Заберите и проэкспериментируйте. Получите быстрый результат, а потом мы уже дополнительную информацию дам, чтобы вы могли не опираться на костыль, меню кем-то написанное, а уже самостоятельно, осознанно составлять свой рацион. Кстати, это меню. Я взяла результаты разработок американских ученых. Они составили меню, которое позволяет снижать уровень триглицеридов в крови, снижать уровень артериального давления, если оно повышено, снижать общую массу тела и, главное, объемы. На этом стиле питания в первую очередь уходят объемы. То есть это не только меню как похуделка, это меню для развития уровня вашего здоровья. Ну а сегодняшняя моя задача – дать небольшое количество информации по какой-то интересующей теме. Ну вот все, что у меня есть, я разбила прямо на определенное количество блоков, и наиболее важный блок, на мой взгляд, это действительно мышечная масса. У нас в организме есть две противоборствующих силы – это жировая ткань и мышечная ткань. И вот кто кого. Невозможно в течение дня сделать так, чтобы и та, ну вообще-то можно, и та росла, и эта росла. Но в основном либо мышцы растут, и мышечная ткань сжигает в 300 раз больше энергии, калорий, чем жировая, и она сама эту жировую будет еще угнетать. Либо растет жировая. Что нужно для роста жировой?
Ничего, нужно только, чтобы не росла мышечная. Как только мышечная ползет вниз, жировая ползет вверх. Что нужно для роста мышечной ткани? Очень много всего. Во-первых, нужно давать строительный материал, а это суточная норма белка. Помните, я вам говорила, 1 грамм на каждый килограмм массы тела для девочек, а 1,2 грамма на каждый килограмм массы тела для мужчин. Это раз. Второе. Мало давать достойное количество строительного материала, нужно следить, насколько полно и качественно вы его доперевариваете. Потому что белок – это единственная вещь, если вы его не допереварили, вы самоотравились. Так нельзя. Ну и ясное дело, что с возрастом, с течением времени у нас снижается ферментативная активность. Поэтому за этим я просто учу строго следить за допереварением пищи дотла, без вредных остатков, без вредных метаболитов. Третий момент – водичка. По воде я, честно говоря, хочу еще на следующий раз с вами поговорить, насколько это важно. Но вот если мышечная ткань на 75% состоит из воды, представляете, как важно пить воду, иметь нормальный питьевой режим, если вы стремитесь стать стройнее и стройнее. Ну и четвертый момент для роста мышечной ткани – это, конечно, доставка питательных ингредиентов в каждую точечку нашего организма, и в левую пятку, и в правую пятку, и в структуры головного мозга. Для этого нужно, чтобы было хорошее кровоснабжение, а именно физическая нагрузка, чтобы ваша сосудистая система сегодня поработала, легкие подышали, мышцы тоже потрудились. Посмотрите, сколько много нужно для роста мышечной ткани. Если вы хоть что-то сегодня не сделали, то мышечная ткань имеет тенденцию уменьшаться, расти вниз, а жировая увеличиваться. Поэтому есть женщины, мужчины, которые всю жизнь провели в одной и той же массе тела, но не в одном и том же размере одежды. То есть тенденция идет к увеличению объемов. То есть вес тот же самый, но за счет перестройки. Раньше больше было мышц, а теперь больше жира. Вес тот же самый, соответственно, объемы больше. Надеюсь, моя информация сегодня вам была полезна. Подумайте над этим, поанализируйте эти моменты. И вы знаете, мы тут решили провести такой вот марафон, пятидневный марафон, каждый день огромное количество важной и полезной информации в таком очень доступном виде. Скорее всего, вы этого не прочитаете в учебниках, скорее всего, вы этого не прочитаете, не услышите в средствах массовой информации, потому что вот я смотрю, как вот у меня получается подача информации. В целом, иногда и очень часто это против общепринятого общественного мнения. Вот. Но я точно знаю, почему я так делаю. Потому что у меня очень большое количество результатов, а в том числе по здоровью, не только по внешнему виду. И это все очень физиологично, это нравится людям. Люди начинают это понимать и сами разрабатывать для себя стратегии жизни фактически. Вот. Даже если это немножко вразрез общественному мнению, поэтому так скажу, вы этого действительно нигде не увидите и не услышите. Поэтому приходите на интенсив, вы молодец. Если дослушали до этого видео, значит, это ваша тема, значит, она вас интересует. Где-то там внизу есть кнопочка «Записаться на интенсив», возьмите рацион, обязательно, потому что потом будет просто дороже. И запишитесь на интенсив. Проведем вместе 5 дней. Я проводила когда-то такой интенсив, но длительный, двухмесячный. И у меня самый классный результат у девочки – минус 15 килограмм. Я, как бы, понимаете, видимо, дала достаточно большое количество мотивации, что девочка перестроила и питание, и физнагрузку. В общем, до сих пор мы как-то так дружим и радуемся результатам друг друга. Поэтому приходите, буду очень рада вас видеть. И следующее видео я хочу посвятить воде. Но если у вас есть вопросы, вы напишите мне в комментариях под видео, и я лучше поотвечаю на ваши вопросы. Это же правильнее, наверное, будет, чем просто рассказывать, может быть, о том, что вас не очень интересует. До новых встреч. Было приятно с вами, ну, вот так виртуально пообщаться. Пока.